Здравствуйте, уважаемые студенты. Самаркандский государственный медицинский институт, кафедра биологической химии, предмет биологическая химия, второй курс. Тема сегодняшней лекции – биохимия обмена липидов. Лекцию буду читать я, заведующий кафедрой, доцент Халиков Кахон Мизаевич. Рассматриваем сегодня вопросы. Это значение липидов, их переваривание, всасывание, роль жирных кислот, резистенция жиров синтез кишечника, образование хеломикронов, липопротеинов, их значение в транспорте липидов в крови, значение ферментов липопротеин-липазы в транспорте липидов, резервирование и мобилизация липидов в жировой ткани, каскадный механизм активации трансфер-липазы, окисление жирных кислот, глицеринов в тканях, их физиологическое значение. Обмены функций липидов. Строение и функции липидов вы проходили на первом курсе по предмету биоорганическая химия. Поэтому мы здесь строение пропускаем и даем только обмены функций липидов. Поэтому давайте дадим понятие, определение, что такое липиды. Значит, липиды – это… Липиды организма человека включают соединения, значительно различающиеся и по структуре, и по функциям живой клетки. Липиды – это разнородные вещества, объединяют в класс липидов. Главным образом на основе общего для них свойства – это гидрофобность. То есть для всех липидов общим свойством является их невосприимчивость в воде, то есть нерастворимость в воде, всей или значительной части молекулы этих веществ. С нарушением обмена липидов связан ряд патологических состояний. Поэтому на курсе биохимии мы особое значение даем изучению этого вопроса. И такие заболевания, как ожирение, желчекаменная болезнь, метаболический ацидоз, атеросклероз, именно связано с нарушением обмена именно липидов. Классификация липидов. Липиды делятся на следующие классы: жирные кислоты, жиры или триацилглицерины. Это основной класс, который составляет более 99% всех липидов организма человека. Это фосфолипиды и гликолипиды, то есть это сложные липиды. Это стероиды, то есть производные холестерина. Это эйкозаноиды, то есть производные арахидоновой кислоты, ненасыщенная жирная кислота и арахидоновой кислоты, которые выполняют регуляторные функции. В чем же состоит основная функция липидов? Первое. Липиды являются компонентами клеточной мембраны, о которых мы говорили на первой лекции. То есть любая клеточная мембрана обязательно в своем составе содержит липиды. Второе. Липиды – это источник энергии. То есть до 50% потребности энергии удовлетворяется за счет липидов. Третье. Липиды участвуют в транспорте водонерастворимых веществ. Например, как вам известно, есть такие вещества, которые называются жирорастворимые витамины, транспорт которых не представляется без липидов. Это витамин D, А, Е и К. Следующее. Механическая защита. Липиды участвуют в проведении нервных импульсов. Липиды являются предшественниками ряда биологически активных веществ, например, гормонов, витаминов, простагландинов и так далее. Липиды участвуют в терморегуляции в организме человека и животных. Вот в данной презентации представлена основная функция. То есть липиды – это макроэнергетические соединения, то есть жиры, распадая на глицерин, жирные кислоты. В митохондриях они распадаются, этот процесс называется бета-окислением, о которых мы будем говорить дальше. И в этом процессе обязательно образуется такая энергетическая валюта, как аденозин-трифосфорная кислота. Липиды – это структурные блоки, то есть мы говорим о мембранах. Изолирующий материал – липиды. Сигнальное вещество, мембранный якорь, зрительный пигмент, кофактор и так далее. Все эти функции свойственны именно липидам. Переваривание жиров. Как известно,
Мы на первой лекции говорили об этом, что суточная потребность жиров составляет от 50 до 100 грамм, и это зависит от температуры окружающей среды. В ротовой полости липиды не перевариваются. И основной причиной этого является то, что в слюне нет специальных ферментов липазы, которые расщепляют жиры. То есть в нашей слюне нет таких ферментов. Липиды не перевариваются также в желудке взрослого человека. То есть именно в взрослого человека липиды не перевариваются. В чем же причина? Здесь основной причиной является то, что pH желудочного сока резко кислое, то есть pH равен 1,5-2, и только pH в среде 5,5-7,5 фермент липаза может быть активным. Кроме того, жир должен быть в эмульгированном состоянии, то есть то, что мы принимаем жир, он должен быть эмульгированным состоянием, чтобы вот фермент липаза, он расщеплял этот липид. Конечно, у детей имеются свои особенности переваривания жиров. Об этом мы будем говорить дальше. Вот здесь представлена структура жиров. Вот, пожалуйста, структура жиров. Основным является это глицерин, моноацилглицерины, диацилглицерин, то есть когда к глицерину присоединяются две жирные кислоты и сам жир, то есть или триацилглицерид, где к глицерину присоединяются три атома жирной кислоты. Переваривание жиров у взрослого человека происходит в тонком отделе кишечника. Причиной тому является то, что в 12-перстную кишку поступает желчь и сок поджелудочной железы, и в составе этих двух жидкостей имеется необходимый для переваривания жиров все компоненты. В соке поджелудочной железы содержится так называемый специфический фермент липаза. Этот фермент гидролизует сложную эфирную связь в триацилглицеринах. В составе желчи содержатся конъюгированные желчные кислоты, в том числе гликохолевая, таурохолевая. Кроме того, в желчи содержатся фосфолипиды и холестерин. В данной презентации представлены желчные кислоты. Это необходимый компонент для переваривания и, конечно, для всасывания жиров. Это холевая кислота, литохолевая кислота, хенодезоксихолевая кислота и дезоксихолевая кислота. Под действием липазы жирные кислоты отщепляются от триацилглицерина одна за другой. Как это происходит? Сначала от альфа-углеродных атомов, потом от бета-углеродных атомов постепенно происходит расщепление жирной кислоты, и в конце концов от жира остается глицерин и три атома жирных кислот, три молекулы жирных кислот. Всасывание продуктов переваривания жиров. Всасывание жирных кислот происходит в проксимальной, то есть в верхней части тонкого отделения кишечника. Доказано, что жирные кислоты с короткой углеродной цепью, то есть такие жирные кислоты называются до 10 углеродов, и глицерин свободно всасывается, попадает в воротную вену и кровь. А что касается жирных кислот с длинными углеродными цепями, моноацилглицерины вместе с желчными кислотами и фосфолипидами желчи образуют смешанные мицеллы. И затем все эти компоненты мицелла проникают в клетки слизистой кишечника. То есть для всасывания таких веществ обязательным является условие того, что должна быть в кишечнике, в тонком кишечнике, так называемые желчные кислоты и фосфолипиды, которые образуют вот такие мицеллы. Пул желчных кислот в организме составляет до 3,5 грамм. То есть в организме человека всего содержится до 3,5 грамм желчных кислот. Из них 10-15% желчь вновь синтезируется. То есть идет синтез новых и новых желчных кислот. Доказано, что за сутки
Вот эта желчная кислота от 5 до 6 раз циркулирует между печенью и кишечником. Именно вот этот процесс, процесс циркуляции желчных кислот между печенью и кишечником получил название энтерогепатическая циркуляция желчи. Часть желчных кислот не всасывается и выводится скалом. И это составляет примерно до полграмма желчных кислот в сутки. В данной презентации мы даем представление о том, как происходит метаболизм желчных кислот и изменение этих желчных кислот, как происходит ее взаимосвязь между кишечником и печенью, и как происходит вот эта циркуляция, энтерогепатическая циркуляция между печенью, гепатика, и кишечником, энтерогепатическая циркуляция, о которой мы уже говорили. При нарушении желчеобразования или выделении желчи, вот, например, вследствие закупорки желчного протока желчным камнем, опухолем, условия переваривания жиров и всасывается продукт гидролиза ухудшается. То есть все эти камни или закупорки или окклюзия не дает полностью перевариваться, всасываться вот этим жирам. И это приводит к тому, что значительная часть ее выводится скал. Такое состояние в клинике получило название стеатория или жирный кал. Жирорастворимые витамины при этом также не всасываются, что приводит к развитию гиповитаминоза. То есть всасывание жирных кислот тоже зависит от того, что, как происходит процесс переваривания и всасывания жиров. Что касается переваривания и всасывания фосфоглицеридов и холестерина. Фосфоглицериды гидролизуются под действием специальных ферментов. И эти ферменты получили название фосфолипаза. Эти ферменты содержатся в соке поджелудочной железы, панкреаса. И вот эти ферменты, они делятся на фосфолипазы А1, А2, С и Д фосфолипазы. Каждый фермент имеет свое место действия для фосфолипаз. Например, фосфолипаза А1 действует на данный участок, где мы представляем. Фосфолипаза А2, фосфолипаза Д и фосфолипаза С. То есть каждый фермент имеет свое специфическое место действия, в результате чего фосфолипазы подвергаются полностью распаду. В результате распад фосфолипидов дает следующие вещества. Это глицерин, высшие жирные кислоты, азотистые основания. И этим основанием являются холин и этаноламин и фосфатную кислоту. Здесь неорганический фосфор всасывается в виде его натриевой или калиевой соли. Фосфолипаза А2 встречается в ядах змей и насекомых, и под действием его образуется лизофосфатидилхолин и лизофосфатидилэтанол-амин. Эти два вещества обладают гемолитическими свойствами. В кишечнике все фосфолипазы действуют одновременно, и поэтому не образуется лиофосфолипидов. Холестерин. Холестерин не переваривается вместе с пищей, не перевариваемый компонент пищи, и ежесуточно с пищи поступает до 0,3 грамма холестерина. Ресинтез жиров в клетках кишечника. В клетках кишечника большая часть продуктов переваривания вновь превращается в 3-ацилглицерин. То есть жиры, распадаясь на глицерин или моноацилглицерин, дальше в клетках кишечника происходит их ресинтез. Для этого сначала жирные кислоты активируются, образуя ацилконзима, то есть активную жирную кислоту. После того ацильные остатки переносятся на моноацилглицерин при участии трансацилаз,
вот в данной схеме, в данной реакции, этот представлен процесс ресинтеза жиров в клетках кишечника. То есть из бета-моноацилглицерина, путем присоединения двух активных жирных кислот, происходит образование триацилглицерина или триглицерида в стенках кишечника. Давайте разберем, что такое липопротеины или транспортные липопротеины. Мы сказали, что липиды – это водонерастворимые гидрофобные вещества. Поэтому для транспорта жиров и других липидов осуществляется нужен специальный механизм для транспорта. И этим механизмом является образование липопротеинов. И в составе вот этих липопротеинов осуществляется транспорт этих жиров. Что такое липопротеины? Липопротеины – это многомолекулярные структуры. Они представляют собой сферические частицы, поверхностная часть которых образована монослоем ориентированных фосфолипидов и белками. Если схематично ее изобразить в виде рисунка, строение липопротеинов представляет собой вот такую схему. То есть это фосфолипиды со своими гидрофильными и гидрофобными частями, это белки, и в середине которых имеется либо жиры, либо холестерин, в зависимости от того, какую функцию выполняют эти липопротеины. В крови содержится несколько форм липопротеинов. Вот это мы должны обязательно запоминать, потому что обязательно эти липопротеины мы должны знать для того, чтобы узнать, какую функцию и какую болезнь представляют собой эти липопротеины при возникновении или при уменьшении или увеличении этих веществ. Давайте представим. Основные из них. Хиломикроны. Липопротеины очень низкой плотности, то есть сам термин говорит, что плотность у них низкая. Липопротеин низкой плотности и липопротеин высокой плотности. То есть отсюда видно, что все липопротеины друг от друга отличаются по составу. То есть они отличаются по содержанию липидов и белков. Чем больше белков, тем больше их плотность. Например, липопротеин высокой плотности имеет самую высокую, потому что в них содержится большое количество белков. В данной презентации мы дали вот строение и свойства вот этих липопротеинов. И основными компонентами этих липопротеинов, конечно, являются апопротеин, то есть белки. Это свободный холестерин. Это фосфолипид. Это эфиры холестерина. И, конечно, это триацилглицерин. То есть липопротеин отличается друг от друга по плотности. Вот хиломикрон имеет самую низкую плотность. Дальше идет липопротеин очень низкой плотности, липопротеин низкой плотности, липопротеин низкой плотности и липопротеин высокой плотности. Плотность липопротеина определяется, как мы сказали выше, по соотношению в их составе белков и липидов. В хиломикронах, например, самое большое количество, предположим, липидов и самое низкое количество белков. Поэтому их плотность и диаметр самое низкое, чем вот эти четыре структурные компоненты липопротеинов. Липопротеин образуется в клетках слизистой оболочки кишечника. Это две формы. Хиломикрон и липопротеин очень низкой плотности. В гепатоцитах это липопротеин очень низкой плотности и липопротеин высокой плотности. И в плазме крови это липопротеин низкой и высокой плотности. Хиломикрон и липопротеин очень низкой плотности служат в основном для транспорта жиров по кровеносному руслу. А липопротеин низкой плотности и липопротеин высокой плотности для транспорта холестерина. Запоминайте. Значит, липопротеин низкой и высокой плотности – это основной липопротеин, служит для транспорта холестерина. Жиры, синтезирующие клетки кишечника, из продуктов переваривания пищевых жиров, в этих же клетках включаются в липопротеины
и главным образом в хеломикроны. И в малом количестве они могут превратиться в лейкопротеины очень низкой плотности. Затем путем экзоцитоза хеломикроны попадают в лимфатические капилляры кишечника, далее через лимфатические сосуды в брыжейке, в грудном протоке и оттуда через яремную вену в общий проток. Жиры, образующиеся в печени, упаковываются в липопротеины, именно в липопротеины очень низкой плотности, которые поступают в кровь. В данной презентации дано, как происходит транспорт триацилглицеринов и холестерина. То есть выше мы сказали, что основным транспортным механизмом триацилглицеринов является хеломикрон и липопротеин очень низкой плотности, а для транспортировки холестерина является липопротеин низкой плотности или липопротеин высокой плотности. И в этом процессе основным является это печень, и, конечно, это является кровеносное русло. Липопротеин-липазы, то есть ферменты. В эндотелии капилляров мышц и жировой ткани имеется фермент липопротеин-липаза. Этот фермент гидролизует жиры липопротеинов. Липопротеин-липаза синтезируется в адипоцитах, клетках сердечной и скелетных мышц и некоторых других органов. Гиперхеломикрониемия. Это такое состояние, при котором имеется врожденный дефект липопротеин-липазы, то есть в организме не хватает этого фермента. В результате резко повышается содержание хеломикронов в крови, а следовательно жиров, концентрация жиров в крови увеличивается до 40 раз больше, чем в норме, примерно такая же, как в молоке. То есть жиры в крови в достаточно большом количестве. В то же время содержание холестерина немного выше нормы. Кровь таких больных иногда имеет цвет борща со сметаной. Частными осложнениями гиперхеломикрониемии является панкреатит, который служит основной причиной смерти при этой болезни. Давайте остановимся об обмене жирных кислот. Жирные кислоты – это по сравнению самые простые липиды. В липидах человека обнаруживаются разнообразные жирные кислоты. Подавляющее большинство жирных кислот организма имеет четное число углеводных атомов. В жировой ткани человека в наибольших количествах содержится олеиновая, пальмитиновая и линолевая жирные кислоты. В данной презентации представлены жирные кислоты насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты. Как известно, жирные кислоты ненасыщенные имеют двойную связь, и такие жирные кислоты обязательно должны поступать в организм человека с пищей, и такие жирные кислоты получили название эссенциальные жирные кислоты. Источником жирных кислот организма служат липиды пищи, то есть жиры. И, конечно, синтез жирных кислот из углеводов. То есть жирные кислоты в организме человека синтезируются из углеводов. Жирные кислоты расходятся в организме человека в основном по трем направлениям. То есть их функция в организме человека состоит в том, что, во-первых, они включаются в состав резервных жилов, они включают в состав сложных липидов, и жирные кислоты окисляются диоксидом углерода и воды с использованием энергии для синтеза ТФ. То есть этот процесс называется бета-окисление жирных кислот, о котором мы будем далее говорить. Свободные жирные кислоты в ткани содержатся в небольших концентрациях, поскольку они служат лишь промежуточными продуктами при синтезе и распаде других липидов. В крови человека циркулируют жирные кислоты в соединении с альбуминами, потому что они гидрофобные вещества и образуются при этом гидролизе триацилглицерина в жировой ткани. И все превращения свойственных жирных кислот в клетке начинаются с образования ацилконзима или активных жирных кислот. То есть жирная кислота, чтобы подвергаться какой-либо метаболизму, должна обязательно активироваться путем образования активной жирной кислоты. И в качестве промежуточного продукта,
как при окислении, так и при синтезе жира образуется ацетилконзима. И в данной схеме вот эта реакция дана. Жирная кислота соединяется с ацетилконзима при участии 1,3-фосфорной кислоты, и в результате чего образуется ацетилконзима, АМФ и остатки фосфорной кислоты. Окисление жирных кислот. Жирная кислота, чтобы подвергаться процессу окисления, должна обязательно перейти в митохондрию, так как процесс бета-окисления или процесс окисления происходит в митохондриях клетки, потому что все ферменты бета-окисления находятся в митохондриях. Реакция образования ацетилконзима происходит в цитоплазме, то есть реакция активирования. Внутренняя мембрана митохондрии непроницаема для жирных кислот, то есть ацетилконзима. И для их переноса необходим специальный переносной механизм. И этот механизм получил название триметиламино-бета-оксибутират. Под действием карнитин-ацилтрансфераз, такой фермент, к спиртовой группе карнитина присоединяется жирная кислота. Это сложная эфирная связь. Пожалуйста, в данной схеме представлено, как же происходит перенос жирных кислот с длинным углеродным радикалом через мембрану митохондрии. То есть жирная кислота, чтобы подвергаться бета-окислению, она должна обязательно перейти в митохондрию. Но она сама не может пройти, потому что у нее длинный углеродный радикал, и для этого нужен обязательно специальный механизм. Этот механизм называется карнитин. То есть с помощью карнитина происходит перенос жирной кислоты в матрикс митохондрии, где происходит сам процесс окисления жирных кислот. Во внутренней мембране митохондрии имеется также фермент карнитин-ацилтрансфераза 2, который превращает ацилкарнитин в ацилконзима и карнитин. То есть происходит разъединение вот этого ацилкарнитина в ацилконзима и карнитин. Здесь карнитин опять возвращается в цитоплазму. То есть как бы идет процесс возврата карнитина. То есть карнитин дальше идет за следующей жирной кислотой. И ацилконзима подвергается в митохондриях бета-окисления жирных кислот. Давайте разберем сам процесс бета-окисления жирных кислот. Это называется сферический путь катаболизма жирных кислот, который в 1904 году предложил ученый Кноп. И это окисление жирных кислот начинается с углерода, находящегося в бета-положении, и что он происходит в митохондриях и заканчивается образованием ацетилконзима. Поэтому в науке он еще называется бета-окисление. Бета-окисление включает две реакции дегидрирования, это первая и третья, реакции гидратации и тиолазная реакция, четвертая реакция. В данной схеме представлен полностью сам процесс бета-окисления жирных кислот. Первая, третья, как я выше сказал, это реакция дегидрирования и реакция окисления. И в конце этой реакции жирная кислота за один цикл укорачивается на два углеродных атома, в результате чего образуется FADH2 и NADH2, которые потом дальше переходят в цепь переноса электронов с последующим образованием энергии. Сам процесс бета-окисления можно представить такой схемой. Пожалуйста, такой схемой, что две реакции, первая и третья, они отличаются. И в конце концов из жирной кислоты образуется, в конце концов, ацетил конзима и жирная кислота, которая укоротилась на два углеродных атома. Если представить суммарный результат окисления пальмитилконзима, можно представить так. То есть пальмитилконзима, как известно, имеет 16 углеродных атомов. Чтобы произошел процесс полного распада этой жирной кислоты, необходимо 7 циклов. То есть через 7 циклов эта жирная кислота полностью подвергается распаду. И для этого нужно 7 ФАД, 7 НАД, 7 воды, 7 ацилконзима. И в результате чего образуется 8 ацилконзима, 7 ФАДАШТВА, 7 НАДАШТВА и водород. Обмен пропионовой кислоты. На завершающей стадии бета-окисления жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов образуется пропионилконзима. Кроме того, пропионилконзима образуется при распаде некоторых
аминокислот, то есть валина, изолицина, трианина, метионина. Пропионовая коэнзима окисляется по особому пути, то есть у него нечетное количество углеродных атомов, и вот этот, в конце концов, из этой жирной кислоты образуются такие соединения, как метилмаланил, как сукцинилкоэнзима, и таким образом вот эта жирная кислота подвергается окислению с дальнейшим распадом в клетках. Биосинтез жирных кислот. Мы выше говорили, что жирная кислота может подвергаться как распаду, и жирная кислота может синтезироваться. Однако в организме человека синтезируются только жирные кислоты с четным углеродным атомом. Кроме того, пищевые жиры источником жирных кислот в организме служит их синтез из глюкозы. То есть глюкоза свободно может подвергаться распаду, и из продуктов ее распада могут образоваться жирные кислоты. И предшественник жирных кислот при их синтезе в организме является ацетилкоэнзима, то есть то же вещество, которое образуется при бета-окислении жирных кислот. Несмотря на то, что все реакции бета-окисления обратимы, они используются для синтеза жирных кислот. Ацетилкоэнзим А для синтеза жирных кислот образуется путем окислительного декарбоксилина пировиноградной кислоты. Окисление и синтез жирных кислот разделены в пространстве. То есть окисление происходит в митохондриях, а синтез жирных кислот протекает в цитозоле клетки. Давайте рассмотрим этапы биосинтеза жирных кислот. Первый – это образование меланилкоэнзима. Второй этап – это биосинтез в комплексе пальмитат-синтетазы. То есть при первом этапе образования меланилкоэнзима он образуется из ацетилкоэнзима, который образуется в митохондриях в общем пути катаболизма, переносится в цитозоль при участии челночного механизма. В данной схеме представлен перенос ацетильного остатка из митохондрии в цитозоль. Как происходит вот этот процесс переноса? Ацетилкоэнзима, используемый для синтеза жирных кислот, вначале превращается в меланилкоэнзима при действии фермента ацетилкоэнзима карбоксилазы. Вот, пожалуйста, здесь представлен процесс синтеза меланилкоэнзима из ацетилкоэнзима. И здесь расходится, конечно, АТФ, и образуется АДФ и фосфорная кислота. Второй этап. Этот этап называется пальмитат-синтетаза. Пальмитат-синтетаза – это многофункциональный белок, она катализирует серию реакций. Пальмитат-синтетаза состоит из 6 ферментов, связанных с так называемым ацилперенасыщающим белком, или его сокращенно называют АПБ. Этот белок термостабилен, имеет 2 свободные SH-группы. То есть тесеина и фосфопантотеиновая остатка, присоединенного к OH-группе серина. И вовлекается в процесс синтеза высших жирных кислот на всех его этапах. В данной презентации представлена у нас последовательность реакции биосинтеза жирных кислот, начиная с ацетилкоэнзима с участием ацетилперенасыщающего белка и, в конце концов, образование ацетоацетилкоэнзима и свободного ацетилперенасыщающего белка. То есть сам цикл биосинтеза жирных кислот имеет несколько реакций. То есть реакции, они повторяются. Давайте предположим, что идет синтез пальмитиновой кислоты, где количество углеродных атомов 18. В этом случае образованием бутил АПБ завершается лишь первый из 7 циклов. То есть для того, чтобы синтеза пальмитиновая кислота, содержащая 18 углеродных атомов, бутилил АПБ – это первый этап синтеза. И таких этапов повторяется несколько раз, и в конце концов это завершается синтезом жирной кислоты отщеплением ацетилперенасыщающего белка от ацил-АПБ под влиянием фермента деацилазы. Вот мы здесь представили, как происходит этот процесс. Пальмитил, ацетилперенасыщающее белко, под действием фермента диацилазы образуется пальмитиновая кислота.
И суммарное уравнение синтеза пальмитиновой кислоты можно изобразить таким образом. Вот, в конце концов, из 8 молекул ацетилкоэнзима образовался пальмитиновая кислота и соответствующие промежуточные продукты. Данную лекцию вы можете просмотреть в таких учебниках, как Березов, Коровкин, Николаева, Биохимия Северина. Спасибо за внимание и до новых встреч.